Ирина Анатольевич, с победой. Есть, наверное, некое несоответствие сегодня тому, как шла игра, и тому, какой счет, как вы считаете? Вначале, да, соглашусь. Потому что было 3-4 момента, где просто попади в ворота, и можно было все вопросы снять о победителе уже в первые 25 минут. А вот дальше какая-то расхолаженность появилась. А в целом это случается тогда, когда состав только сыгрывается. Вот они 25 минут еще помнят, о чем говорили, а потом в эмоциях. В эмоции уходят, забывают и начинают бороться. Вот так же получилось у нас и в первом тайме. Обратили внимание девочек на то, что да, мы медленнее стали с мячом работать в завершении тайма. Мы неправильно перестраивались в верхнем блоке в обороне. И в целом второй тайм, ну, такая, наверное, больше равная игра получилась. А вот с выходом молодежи, что приятнее стало, появилась острота. И я считаю, что у нас было достаточное количество дебютантов, и дебют удался. Хотел сказать об этом, что в стартовом составе было, по-моему, 5 игроков, которые впервые сыграли, да, в 2024 году. 3 дебюта было. Мы сейчас в каком находимся моменте? Это, скажем так, условно, немного просмотровый сбор получается? Или это уже пошла такая, ну, не знаю, смена поколения, наверное, громко сказать, но, в общем-то, обновление состава некоторые. Ну, смена поколений идет, она и не останавливалась, да, и получается, у нас есть состав более опытный, более сыгранный, который готов на случай возвращения, к примеру, и отбора к чемпионату мира следующему, да. Есть состав, который как бы играл, ну, к примеру, матчи с Гаити, да. Есть состав ближе, наверное, к селекционному, с поддержкой более опытных игроков, которые готовятся на перспективу. А может быть, также часто бывает, когда готовишь на перспективу, а он так себя зарекомендует, что уже сразу хоть состав ставь. Если попытаться в цифрах как-то оценить игру по десятибалльной системе, какую оценку поставите сегодня команде? По десятибалльной. Сложно. Давайте по пятибалльной. Выиграли, это значит, как бы уже выше тройки, да. По тем эпизодам, которые хорошие случались в игре, это твердая четверка, да. А вот что плохие, 4 с минусом поставить.